И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн Кис, Угабуга, Хекер, Госдума, Гусанёк, Кейстар, Сергей Тайм, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет, ребята. Всем понравилась рубрика, когда мы убегаем от шара, который нас может взорвать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, и мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. Погнали! Кто первый умрет, тот лох. Все, давай, Денчик, я в тебя верю. Только, пожалуйста, не поддавайтесь, если хотите, чтобы он 40 минут нас не мог убить. Чтобы он прям страдал, а мы будем угорать над ним. Вот, вот так надо встать на углу, чтобы увидели, где он идет. Это самая классная штуковина. Но боками здесь будет легко. Когда один шар, это очень легко. Он уже а, вот он, вот он. Блин, я знаю, что радиус взрыва очень большой, но он не сможет убить, потому что кто он? Саня, беги. Так, пацаны, будьте внимательны. Кстати, на самом деле, мы специально подписали Дэна, чтобы он не мог никого убить. Теперь ты будешь мучаться. Ой-ой-ой. Я думал, уже кого-то убил. Он мощно взрывается. Денчик, мы все в одном месте, давай. Ага, он сейчас. Он спрыгнулся. Он засаду устроил. Вот он. Бегите, беги. А, он не может запрыгнуть. Вы же учитываете, что он может взорваться. Вот именно. А его легко выкатывается? Ага, вот он. Выкатился, хорошо. Он очень много. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И стараемся снимать какой-то очень классные ролики, которые вам всем нравятся. Ну, скорее всего, это дичь. Да, кстати, и ждите, через пару дней будет пила. Мы придумали еще офигенную тему, там будет совсем другая карта и будет намного сложнее. А, бегите. А! Нет, никого не убил. Дэн, ну пока что, ну, ты не очень хорошо играешь. Сминировал. Ну, в принципе, мы такие, и до этого мы и ожидали. Никого не сможешь убить. А что у всех по 100 у меня? А, у меня уже раслупанул по ноге. Кстати, даже прикосновение он может отнимать 20 хп. Будьте внимательны. Вон он катится. С правой стороны ожидайте его. Он тут бегит. Вот он, беги! Денчик, вот я. Давай, 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 давай. Ну это было близко. Осколками по жопе посекло. Ну, жизни не отняло, все нормально. Вот он. Как он язык? Если бы он взорвался и бы слился. Мне реально очень сильно повезло. Дэн, видишь, надо быть очень быстрым и иметь очень быструю реакцию. Я с тобой посижу. А, нельзя сесть? Можно. Я вот он здесь стоять. А что ты за очканул? Ну да, ты же очкошник, как и я. Ой, как и ты. Нет, я хочу жить. Кстати, кто останется последним, тот будет победителем этого ролика. Поэтому я хочу выиграть. 55 хп, кстати, отнял. Ладно, ладно, забираю свои слова назад. Кто первый умрет, тот будет красавчиком. Потому что я чувствую, я буду первым сливаться. Не-не-не, я не хочу умирать. Все, стоим здесь, ожидаем. Я к тебе, Дим, стану. Да, спина к спине. Все, ждем. Он тут где-то. Он там, он там. Денчик, скажи свои слова. Как тебе, легко или тяжело? Ну не стопорите. Нормально. Нормально, да? Я думал, все-таки ты расстроишься. Хотя я скажу так, что Денчик сам захотел быть шаром. Мы его не уговаривали. Он тут! Ну так просто сказали, что мы его забаним. Так, все нормально. Никого еще не убил? Очень хакера не убил. Так, у кого-то уже 30... Все, Гусанёк, ну ты лох! А, я же сказал, что красавчик. Ладно, 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 Гусанёк. А вот сейчас кто умрёт, тот лох. Дим, понимаешь? Гусанёку не дает сказать. Говори, Гусанёк, давай, интервью давай. Я хотел... Не дает Гусанёку сказать. Вот это вот два лоха, конечно. Я говорю, я хотел, короче, его гравитиганом попробовать притянуть и к вам кинуть, но он, блин, взорвался в этот, в этот здесь, момент. Вот здесь, беги, 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 беги. Они нас окружают! Все, пацаны, уже... Хакер, Чехе, Кахацкер, как тебя там по отчеству? Блин, Хакер Иванович. Сань, ты предатель? Лучше не стой в коридорах, они теперь могут окружить. Блин, три шара. Это очень опасно. Очень жестко. Лучше на улице стоять. Да, улица — это спасение. Нет, убежит. Они уже здесь. Бегите, глупцы. Беги, Госдума, беги. Так, все отлично, стоим, ждем, ожидаем. Так, пока еще трое, да? Трое на четверо поделилось. Ой, трое на пятеро. Дима, с математикой не очень. Они окружают. Нет, они не окружают. Пацаны, я хочу выиграть, давайте сливайтесь. Нет, я хочу выиграть. Нет, я выиграю. Я стучу! Ох, это было близко! Нет, не бегите, Дима. Пацаны, я буду вас стопорить. Нет, ты не пройдешь. Блин, я хотел вас застопорить.
А тебя карма ждет, Дим? Нет, 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 не ждет. 55 хп, 55. А уже пишет. Беги! О, блин, там уже по всей карте разбрелись. Ё-моё, да я поддался специально, я знал, что ты это будешь идти. Блин. Да блин, да это нечестно было. Так, подожди, а, все, ты наш. Ой, аккуратно, ого, мы отталкиваемся друг от друга. Ну что, пацаны, я вышел, наверное, скажу, не вышел, а выкатился на охоту. Так. Блин, ну я не знаю, отняла я хп или нет. Пацаны, какой приблизительно радиус? Метров 10, да, где-то так? Так. Все, пацаны, окружаем, вот огурец вонючий бегает. И фуфел смерть. Ну, есть. Так, пацаны, кто остался еще из живых? Я остался. Буга-буга, Госдума. Ну давай, давай, за. То смотри, мощине хватит. Да ладно. Давай с разгончику. И прыжок. А, в смысле? Слился. Так тебе и надо. Так, кто еще остался? Я. А, интересно. Блин, не убил? Нет. Представьте, как сейчас тяжело пацанам выживать, когда он столько шаров катится везде. 6 шаров. Нет. Ну давай, иди сюда, блин, я так хочу его взорвать. Вот-вот-вот, он сейчас сюда выбежит, смотрите, сейчас я его замочу. Ай, блин, это наш был, ну ладно. Главное, что вовремя среагировал. Вот, наш щенок! Я чуть слюну не глотнул, ну ладно. Кто у нас выиграл? Я. А, ты еще живой? Да, я... Угабука, ты заметил, ты всегда выигрываешь в каких-то рубриках, где надо убегать. Вот. Все, на следующий ролик мы тебя не берем. Все, ну ты выигрываешь, так неинтересно. Ладно, ладно, ты пока есть один из лучших. А теперь, ты будешь начинать, чтобы ты прочувствовал на себе, как это сложно. Денчик, сложно было? Конечно. Ничего. Я в первом раунде слился, потому что я его хотел гравитиганом к вам бросить, но он успел среагировать и убить меня. А так бы он долго бы еще это делал. Нет, неправда. Все, давай, начинай, мы готовы. Я уже выдвигаюсь. Давай, давай. Опа, он в замке, Есть что? Дима, куда ты? А я случайно, А, нельзя же залазить наверх, я вспомнил, да. Да, ты залез. Да я случайно, блин, вы же забыл. Иди сюда! Иди сюда, волчок. Ладно, давайте будем красиво выживать. Мне кажется, для того, чтобы выигрывать, надо его держать сюда в поле зрения. Тогда мы будем знать, куда он катится. Вообще да. Куда катится наша жизнь. Они бегают по этому замку. Так, где он? Я не скажу. Он возле центральных бульбашек. Бульбашки? А, я понял, где бульбашки, все. Вот он! Бегите, глупцы! Спасибо! Да блин, я хотел тебя застопорить. Я сейчас опять будет кармой. Я сольюсь, чувствую. Так, а где он? Блин, уже испугал. Вот он. Опять возле центральных бульбашек. И вот он, вот. Да блин. О, Госдума, убегай. Да, на кнопку катится, уходите быстрее. Эй, у кого там телефон звонит? Тебе, короче, ему звонят по телефону, чтобы подсказать, как сливаться. Ой, как выигрывать. Я глушилку поставил. Все правильно, глуши его. А вот он, на какой стороне. Мне кажется, ему очень сложно. Надо, чтобы кто-то поддался ему, пацаны. Не-не-не, нормально. Ха-ха, вы не ведете с этой фигней? Да поддайтесь, он пацан, страдает. Да не, нормально. Ну видишь, ну что ты? Ладно, я ему поддамся, пацаны. Погоди. А вы поверили, да? Я хочу выиграть. Ну, Гусонек, подайся. Так, слышь, ты, телефонный магнат, хорош там звонить. Жужжать. Я понимаю все, но не жужжи. Все же угорают. Ну, что ты жужжишь? На! Сколько у тебя жизни осталось? А, у меня 80. А, ну, немного. А вот еще. А, все, Хацкер, нормально. Ну, там он бежит. Вот он. Здрасте. А вы заметили, что он плохо по горкам закатывается? Можно таким образом его троллить. Шо ты, плаки-плаки? Не, нормал даки. Я с ним с ним играюсь, ты бы видел как. Да, я вижу. Давай, сейчас доиграю. Я, блин, его застопорил! Опа, 60 кп, ну ладно. Я хочу гусенька застопорить. Я тебя сейчас сам застопорю. Так, его мы пожертвуем, как ты думаешь, можно тебя взорвать? Ладно, давай, не давай буду. Давай его, давай, а я вас трогать не буду. А, я запомню, кто это говорит. Госдума, как ты хочешь умереть? Нет. Ладно, шучу. Все боятся, я тоже боюсь. А может, типа. Вот он. Эй! Да ну не надо, пожалуйста! Ладно, я понял, что это очень обидно.
Начинаются приколы. Стоять! Ой, стой, 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 извиняюсь. Да, блин, смотри, еще никого не взорвал. Это очень странно. Привет? Слышь, ты телефонный! Выключай свой телефон! Глушилку! Да блин, ну ты жужжишь, ты понимаешь, так нечестно. А, вот он. Давай, давай! Взрывай! Взрывай! Сергей, там, тебе там что? Кто-то приснился? А он мне поддался, А, у меня тоже, кстати, 16 хп, осталось немножко. Так, слышь, а, сейчас. Бегите! Блин, чуть не убили меня. Давай, короче, окружать, окружаем, окружаем. Давайте. А как ты подкатилась? Я, блин, еще так лежу, как будто я бегу. Все, хорошо. Я в вашей компании теперь. Погнали. Давай. Короче, надо центральные входа занимать. И таким образом, когда они будут пробегать, их убивать. Вот смотрите. Ждем. Надо так встать, чтобы они не видели меня. Сейчас, у меня есть одна тактика, я ее буду придерживаться. Так, нет, с этой стороны нет. Да. А вот... Есть! Гусанче! Ой, гусанек, ну что ты? Я тоже, да, тебя взрываю, когда я взрываюсь? Ну я просто проверил, видишь, работает. Ну что ты, лайк. Гусанек, как я тебя замочил? Тебе понравилось? Мне не нравится то, что вы, блин... Ну ваша еще... Ну блин, ну гусанек, ну ты выиграешь в следующий раз. Не расстраивайся. А! Так зачем? Ладно, хорошо, я теперь понял, как это работает. Ой-ой-ой. Блин, нет, ладно, взорвался. Вот! Я отнял тебе жизни или нет? Нет, походу нет. О, 9 хп, все, ребят, у них осталось очень мало жизни. Решающий раунд, кто же выиграет? Когда сейчас останется победитель, у них будет ПВП. Вот, смотрите, вот тактика, которую я буду придерживаться. Ждем. На! Я знал, что ты будешь тут пробегать. Я слышал запах дерьмища. Прям приближался все ближе и ближе. Так, ну я тут, походу, не выкачусь. Есть, еще одного убили. Так, пацаны, кто остался в живых? Я. Дэн. О, короче, двое людей, да, осталось? Можете не спавниться и не превращаться. Угабуга, ты же должен был А, ты ж начинал, ладно. Я забыл уже. Вот огурец вонючий. Лови его. Иди нафиг. Ну, давай. Вот Дэн. Вот они оба бегают. Сейчас, ребята, я их под... На, есть! В попе шерсть. Дэн, ты выиграл, понимаешь? Ой. Я уже мочу всех, кого вижу. Короче, Дэн, сейчас ты дольше продержишься, чем Угабуга, ты будешь победителем. Ребята, решающий ранг. Кто же будет победителем этого ролика? Дэн или Угабуга? 3, 2, 1. Дуэль на ножах началась. Так, осторожно, осторожно, Денчик, я болею за тебя. Так, не мешай, хот-дог не надо, хот-дог победителю засунем, дадим. Хорошо. Ну! Засунем. Угабуга! Мочите его. Ладно, ты победил. Реально, ты один из лучших игроков пока что в моих роликах. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Взрывай! Всем пока. Всем пока! Всем.